Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире рубрика «Вопросительное ухо горло носия» и с вами доктор Зайцев. Сегодня мы поговорим о том, что лучше, носовой платок бумажный или носовой платок тряпичный, о которых мы знаем, наверное, с самого детства. Медицина не стоит на месте, и прогресс, конечно, на месте не стоит тоже. Носовой платок в кармане может лежать, но все-таки на сегодняшний день правильно уже использовать одноразовые носовые платочки, бумажные. Они стоят достаточно дешево, и вы вот всю ту инфекцию не носите в кармане в течение всего дня, а некоторые используют носовые платки по нескольку дней, а бывают порой и неделями. Поэтому, конечно, я призываю вас использовать одноразовые носовые платки, не использовать тряпичные носовые платки. Пускай красивый носовой платок будет в кармане вашего пиджака, будет украшать, но никак он не будет при этом еще и сопливым. Поэтому, дорогие друзья, используйте бумажные одноразовые носовые платки, но при всем при этом, если вы испытываете большое количество слизи в полости носа, правильно не лечиться бумажными платочками, а все-таки прийти в клинику, получить консультацию лор-врача, пройти грамотное эффективное лечение и избавиться от слизи в носу вовсе. С вами был Владимир Зайцев. Дорогие друзья, я призываю вас подписываться на наш канал, ставить лайки и не забывать жать на специальный колокольчик, чтобы у вас были новые уведомления. We'll be right back.